что получает клиент? Ну, во-первых, это готовая система с минимумом проводов. Все нужное в одном корпусе. Можно проводить стримы, можно записывать видеоуроки. Можно, например, двигать гифки. Я могу вывести, например, сюда вот презентацию. Передо мной сейчас такой большой корпус, сенсорный монитор, планшет, Stream Deck. И, собственно, я сейчас управляю съемкой. Всем привет, с вами компания Видеодоска, и сегодня у нас обзор нашей новой старой разработки. Это система, мы ее называем видеокастер или VD-кастер, ну по-английски видеокасты, или переводится как видеоведущий. Собственно, это система со встроенным железом и софтом, которая позволяет вот так вот самому спикеру записывать видео. Передо мной сейчас такой большой корпус, передо мной сенсорный монитор, планшет, Stream Deck. И, собственно, я сейчас управляю съемкой. То есть у меня здесь есть приемник для петлички, есть звуковая карта, чтобы настроить звук. Сюда встроен уже системный блок. Здесь есть колонки, разные выходы. Здесь, кстати, есть даже роутер. Итак, что получает клиент? Ну, во-первых, это готовая система с минимумом проводов. То есть все нужное в одном корпусе, и клиент или пользователь может сам управлять съемкой. Это очень удобно, когда нужно такую перевозную, так сказать, студию, да, то есть вы все берете, у вас все подключено, то есть вы просто подключаете сюда питание 220 вольт и интернет, и все, и у вас готовая трансляция. При этом у вас есть наши интерактивные возможности, функционал. Вы можете в разных кодеках писать, вы можете выходить в прямой эфир. Это определенная безопасность, да, потому что эта система все-таки предусмотрена для учебных классов, когда преподаватель стоит как за трибуной, стоит, ведет перед учениками в классе или перед студентами занятия, лекцию, и сразу же все это записывает, либо транслирует. Система VD-кастер может использоваться с прозрачной доской, с видеодоской. А, собственно, вот если ее сюда поставить, это будет уже готовая система видеодоска. Еще очень важный клиент для государственных заказчиков, что система подходит как российское производство. Да, здесь импортные комплектующие, но сама разработка все-таки российская, осуществляется сборка, и все-таки это уже такой завершенный продукт, а не просто набор оборудования. Давайте все-таки покажем функционал этой системы, да, потому что, ну, можно, например, вот так вот двигать гифки, да, то есть вот наша гифка. Можно добавлять какую-то графику, то есть у меня здесь такая панель управления съемками, да, то есть я взял инопланетянина и вот так вот сюда поставил. Ну, давайте еще у нас заготовочка такой, вот этот вот салют, да, то есть вот они здесь появляются, то есть можно проводить стримы, можно записывать видеоуроки, можно вести видеоблог, можно интервью записывать. Давайте последнее, да, тут еще есть презентация, да, то есть я могу вывести, например, сюда вот презентацию и ее листать. Ну, например, можно кликером листать, можно, вот мы сейчас здесь настроили, что следующий слайд появляется. И здесь же как бы ведущий может, ну, сразу же, например, взять и выключить эту презентацию. Ну, давайте перейдем непосредственно к системе. Например, здесь есть подъемный механизм, да, то есть если я сижу на стуле, да, я могу немножко опустить, а если мне нужно повыше, то я вот так вот беру ее и поднимаю. Ну, давайте мы вам в кадре сейчас покажем, как это все выглядит. Давайте опустим. Давайте присядем, то есть все-таки это столешница, здесь ножки как у стола, и мы можем присесть и, например, записывать интервью, что-то показывать, рассказывать. При этом, подчеркиваю, здесь фишка, что перед вами сенсорный монитор с программным обеспечением, который позволяет выводить разные эффекты, то бишь это может быть презентация, и здесь показываю презентацию. Можно сделать ее немножко прозрачной и так далее. Так, давайте вернем все на место. Отключим презентацию, поставим видео так, как мы хотели. Вот, ну, конечно же, эта вся система комплектуется светом, фонами, видеокамерой, телесуфлером, планшетом. Можно подключить клавиатуру, можно использовать только сенсор. И фишка в том, что здесь уже все встроенное. Да, то есть комплектации, где здесь у нас светильники, есть комплектации, где, вот как сейчас, петличный микрофон. Комплектация, где микрофон на кронштейне
и не надо менять батарейки, например, в петличке, каждый раз ее подключать. Есть комплектация, когда вот этот монитор, он здесь на кронштейне, то есть его тоже можно выше, ниже. Сейчас у нас видеокамера, это обычная видеокамера подключена, но мы комплектуем такие системы, и вот эта вот система будет работать у нашего клиента в городе Ноябрьск, и она будет укомплектована ПТЗ-камерой, и управление этой ПТЗ-камерой будет здесь на кнопках, то есть поворот, наклон, зум, ближе-дальше. Спикер все сможет сам управлять съемкой. Может сам управлять съемкой, или может, можно камеру повернуть куда-то и быть просто оператором и снимать уже кого-то при помощи вот этой, так сказать, системы. Значит, здесь для удобства спикера есть выведено специально USB, то есть если нужно флешку подключить, подключить мышку, выведено 2 USB. Здесь предусмотрена такая специальная полочка, да, можно понастраивать микрофон. Здесь есть вот эти кнопочки, вверх-вниз, встроенный монитор. Следующие системы у нас уже будут с кронштейном на мониторе. Здесь предусмотрена такая полочка под планшет. Кто не знает, планшет очень часто в студиях используется как... Знаете, некрасиво, когда у тебя в руках какая-то в сценарии бумажка. То есть, когда у человека планшет, он может какие-то заметки здесь смотреть, что-то показывать. И вы знаете, наш функционал, все, что мы делаем на планшете, мы можем вывести еще и в кадр видео. Вот, у нас здесь специальная полочка под него предусмотрена. Специальная мультимедийная клавиатура, да, где каждая клавиша – это мини-мониторчик. Мы ее не стали здесь крепить, потому что каждому спикеру как бы удобнее. Он ее может разместить где-то, можно ее прямо на кронштейне как-то здесь поставить. Дальше давайте перейдем к самому корпусу. На корпусе системы предусмотрены порты для подключения видеокамеры, для подключения интернета. Это для подключения мониторов дополнительных. Есть выходы под наушники, микрофон и 2 дополнительных USB. Сейчас у нас подключена беспроводная мышка, мультимедийная клавиатура. Это вентиляторы. Предусмотрено охлаждение, то есть 3 вентилятора кулера всасывают воздух и воздух выходит с той стороны. Непосредственно само питание. Ну и здесь тоже интернет и дополнительный HDMI для подключения монитора. Вы можете получить техническое задание, вы можете обсудить с нашими менеджерами комплектацию системы и приглашаем на съемки. Приходите, попробуйте, поснимайте. Нам очень важны отзывы от преподавателей, операторов, как эта система работает, насколько она удобна, потому что все-таки это, наверное, первый наш корпус был деревянный, второй сделан уже из углепластика, и мы планируем развивать, улучшать эту систему, чтобы она максимально футуристично выглядела и при этом имела важный, нужный функционал, чтобы в ней все было удобно расположено. И на практике было доказано, что все элементы дизайна, они имеют реальный функционал, а не просто какой-то красивый вид. Компания «Видеодоска» открыта к разного рода сотрудничеству. Мы ищем партнеров, клиентов и готовы обсудить все возможные варианты применения данной системы. Как основной вид нашей деятельности, это видеостудия «Под ключ» с подготовкой помещения и ее проектированием до технической поддержки и обучения работе для быстрой, качественной записи видеоконтента. С вами был Семен, компания «Видеодоска». До встречи. Пока.